Приветствую вас. Знаете, если вы пишете, что вот это вот состояние, когда нет тем для разговора, да, когда только скучные какие-то темы, да, вы получаете, началось год назад, то, соответственно, нужно и ну, анализировать то, что произошло год назад, собственно говоря. Вот, потому что мы же не знаем вашу историю за вас, как бы, да. Мы не знаем, что происходило, мы даже не знаем, сколько вам лет, да, мы не знаем, как вы, ну, пришли вот к этому, вот, мы не знаем, что за люди у вас, ну, вот, у вас в окружении, да, находятся. Ну, вот, хотя это очень важная история, но мы этого не знаем все равно. Вот. Поэтому мне кажется, что имеет смысл в первую очередь изучить вашу историю, именно историю вашей жизни. И, соответственно, после этого уже будет как-то вот более понятно, что с вами произошло. Вот. Но уже сейчас, да, уже сейчас, я бы хотел, наверное, отметить, ну, просто какие-то общие такие истории, общие такие моменты. Вот, ну, просто вам для, скажем, ну, для общего развития, может быть, для какого-то такого общего понимания того, что нужно для общения, вот. Значит, смотрите, смотрите. Какая получается ситуация. Смотрите. Чтобы были интересные темы для разговора, да, чтобы они были, нужно, чтобы вам, да, вот, чтобы именно вам что-то нравилось. Чтобы вам нравилось то, что вы делаете, чтобы вам нравилось то, чем вы интересуетесь. Чтобы вам нравилось то, чем вы увлекаетесь и о чем вы говорите. Вполне вероятно, что вы изменились, и темы, которые были раньше для вас интересными, да, они теперь просто перестали таковыми быть. И все. Как бы это естественно, естественная история. Если это так, это нормально, что вы поменяли. Вот. Не нормально, да, не совсем нормально, то, наверное, что вы значит, новых тем не нашли для себя. Вот это, наверное, не совсем нормально. Но, опять же, нужно только прислушаться к себе, либо выяснить, что мешает вам новые темы для разговора искать. То есть, почему вы, вот, ну, почему новых тем для разговора вы так и не нашли. Вот. Это мне кажется одним из ключевых моментов
вашей ситуации, вашей истории. Вот. А вот, в принципе, так вот, наверное, можно ответить вам на ваш вопрос, причем обратите внимание, Светлана, что вы не задаете свой вопрос нам, то есть вы просто как бы вот жалуетесь, да, и все, именно вопроса никакого вы не задаете, а вопрос это очень важно именно поставить вопрос, чего вы хотите, да, то есть тот момент какой, либо вы меняете окружение, в котором вы находитесь сейчас, либо вы меняете, просто меняете темы, те, которые интересны дорогим вам людям, то есть определите, что для вас важнее, люди или темы, да, вот. Конечно, в идеале лучше было бы, если бы это были, конечно, именно темы, да, а не люди, вот, но если люди, то вам придется как-то адаптироваться под темы, под то, что нравится им, вот, это, опять же, вполне нормально, то есть вы здесь, по сути, вот, проявили некую такую дезадаптивность, вот, и у этого, опять же, есть какие-то причины, видимо, свои у этой дезадаптивности. Поэтому мне кажется, что в первую очередь нужно на это обратить внимание, на имеющуюся у вас дезадаптивность, вот. Понять причину, по которой она стала себя проявлять. Вот. В целом общение, да, оно не просто вот называется общением, да, а общение, оно называется общением именно потому, что это общее, то есть это что-то общее между людьми, что-то общее, понимаете? Вот, и вот этого общего нет. В какой-то момент вы отделились. Вот что произошло, нужно выяснять. Пока подумайте, что интересно вам, что интересно другим людям, посмотрите, как это можно совместить. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.